этого дня. Да, вечером, ближе к 9 часам вечера четверга, 26 октября, президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции. О подробностях его кончины, малоприятной кончины, главное, о его малоприятных посмертных приключениях, вы можете посмотреть посты в телеграм-канале генерала СВР. Я же вам напомню, что за последний месяц, собственно, с конца сентября, я несколько раз публично говорил о том, что Владимир Путин не переживет эту осень, а вероятнее всего умрет еще раньше. Это я говорил публично. Тому множество публичных видеосвидетельств.